Короче, мужики, всем здорово. Здесь в Белгороде я, короче, с Русиком. Царев, Макс, Белов, ну и наши молодняк. Вот. Потом, что вам сказать? Все, что здесь происходит, это пиздец полнейший, мужики. Три состава БТГР отправили. Три состава БТГР отправили туда. Прям, ну, в Украину. И первый БТГР разъебали. Второй БТГР. Сейчас я не знаю, в каком они состоянии, но они держатся, короче. Третий состав БТГР. Вчера подполковник Гузеев уехал, замполит, с четырьмя-пятью этими мотолыгами, короче. И все. Четыре-пять мотолыги и несколько Уралов подвездных. И все. Их, я не знаю, в каком они состоянии. Потом, вчера вот ночью приехали на Уралах, на КамАЗах 60 человек с БТГР первого. Вот, они говорят, из всего БТГР вот они и остались только, говорит, 60 человек, говорит. Комбата первого батальона пехоты в плен взяли. Там, короче, 200-х по нашей бригаде, ну, очень много. Вахта, которая, на которой мы из Курска приехали под Белгород, вчера, говорит, целый день 200-х возил, говорит, он, говорит, водитель ваху, ях наш земляк, дагестанец. Вот. Потом, что вам сказать. Потом командир 25-й бригады Архипов, 200-й, третью роту 25-й бригады в первые же минуты положили. 25-ю полностью изничтожили просто, не оставили от нее ничего. Вот, потом за 95-ю бригаду Горелого то же самое говорят, ее тоже к хуям собачьим разъебали. Таманскую дивизию тоже разъебали. Танковые батальоны, что у нас есть, вот танковый батальон, что у нас есть, единственный, говорит, лучше всех более-менее справился, говорит, там комбат Петров. Он, говорит, пока ехал, говорит, пока танком прикрывал, говорит, солдат, он успел заебашить 2-3 БТРа, 2-3 мотолыги, говорит, там около 6 машин он заебенил, короче, один капитан Петров. Такая вот хуйня. Вот, в общем, итог какой, мужики? Подготовка нынешних солдат, которые мы здесь увидели, я, Руслан и все остальные здравые пацаны, которые увидели здесь, на людях нету нормальных броников, ни шлемов, форма ужасная просто, ужасная, они как бомжи одеты, это пиздец, условия вообще, ну ладно, военные условия, это понятное дело, военное время, все дела, ну ладно, это хорошо, но форма вообще никакая, и их отправляют на убой. Людям, которых 8 лет готовили для нас. 8 лет в Украине готовили этих азовцев, батальон Азов, спецназа. И там ЧВКшники со всего мира. Сейчас там ЧВКшники со всего мира, от негров до индейцев, блядь. Это вот приехали ребята, они сейчас рассказывают, они это все видели, говорит. По ним стреляют отовсюду, и они не понимают, откуда по ним стреляют. Батальон СОБРа и Росгвардии просто выжгли, так сказать, их сожгли нахуй. Медицинский Урал, где спали 6 человек, по ним попали снарядом, блядь, ну, по ним ебанули, все шестеро, блядь, заживо сожглись. Из 40 СОБРовцев, кто были, шестеро выжили, остальных сожгли просто. Росгвардию просто РПГшками и всем остальным хуярили, говорит, никого не осталось. А кто из Росгвардии, из других батальонов, кто-то с других сторон ехали, они сказали, они развернулись и уехали обратно. Нет, говорит, мы не поедем, говорит. Но это пиздец. А техника, которая здесь у нас осталась, это вообще, это просто смешно, блядь. Это Уралы да КамАЗы. И 4 танка, которые стрелять не могут. Это пиздец, мужики, блядь. Это крах, блядь.